Добрый день, товарищи. Вот перед Кропоткиным, перед ЖД мостом пробка. Вот смотрите, стоим в один ряд. Вот отсюда газель держит, чтобы бочечники не ехали. А отсюда вот сейчас плохо видно. Вон там КамАЗ. КамАЗ тоже перекрыл, чтобы не лезли. И вот так потихоньку мы и движемся. Медленно. Медленно очень. Ну ничего. Зато вроде как порядок навели.